Здравствуйте, в эфире телеканала «Арис Пятница. Новости». Меня зовут Владимир Антошкин. 3 октября в здании администрации прошло первое организационное заседание Совета городского округа Кумертау 4-го созыва. На мероприятие допустили в том числе и средства массовой информации, чем и воспользовался мой коллега Константин Меркушев. Заседание проходило с участием общественности города. В большом зале собрались депутаты, руководители предприятий, организации учреждений, а также средства массовой информации. Открыл заседание председатель территориальной избирательной комиссии Михаил Подковко. Он объявил результаты прошедших выборов в Совет городского округа. После чего перешли к решению вопросов. На повестке дня стояло 13 вопросов. Председателем городского совета был избран Олег Астахов, его заместителем Анатолий Лапин. Также был сформирован состав постоянной комиссии, комиссии по соблюдению регламента совета, статусу и этике депутата, состав президиума совета и состав ревизионной комиссии. За единогласное решение принято. На заседании присутствовал заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Марат Магадеев. В конце заседания Марат Шарифович поздравил вновь избранных депутатов. Это хороший результат, это доверие горожан. Доверие той политике, которую проводит администрация, правительство, глава республики и в целом, которая по сегодня, наверное, проходит в целом по Российской Федерации. Это решение единения всех уровней власти. Сегодня Кумертау, вот из короткого фильма тоже было видно, один из динамично развивающихся городов Российской Федерации и Республики. Здесь есть новация, здесь есть новые движения, новые предложения, инициативы. Это, конечно, благодаря тому, что здесь живут инициативные люди. Успехов новому депутатскому составу, горожанам, администрации. Всем вам здоровья и успехов. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». 1 октября в России стартовал осенний призыв, который продлится до конца года. О результатах предыдущей призывной кампании и плановых цифрах на нынешнюю говорили в здании администрации городского округа. 30 сентября в здании администрации городского округа под руководством председателя призывной комиссии городского округа Бориса Беляева подводились итоги призыва «Весна-2016» и задачи на осенний призыв этого же года. Призывная комиссия укомплектована в полном составе, врачи-специалисты также у нас укомплектованы. Призывная комиссия начинается с 1 октября по 31 декабря, поэтому ребята в первую очередь будут проходить медицинское свидетельство, медицинскую комиссию. Задача призывной комиссии, возлагаемая на них, это в первую очередь законность вынесенных решений о призыве и законность вынесенных решений о предоставлении отсрочки от военной службы по учебе либо по состоянию здоровья. Весенний призыв в городе завершился 15 июля. Тогда на службу отправлено около 120 парней. Этой осенью по плану военкомата призывников должно стать больше. В ряды вооруженных сил за республику планируется призвать порядка 6090 человек. С города Кумертау планируется из Куйгазинского района отправить порядка 140 человек. По-прежнему в осенний призыв на основании здоровья призывников ребята, которые имеют военно-учетные специальности категории Б, С, Е и Д, имеют право выбора, в каких вооруженных силах они хотели бы проходить военную службу. Это, конечно, учитывается, это большая помощь для, как бы, то, что им поможет в дальнейшем служить, потому что они имеют определенную военно-учетную специальность. Но это у них опыт будет. Период прохождения службы – это год стажа, водительского стажа, который после армии позволит устроиться на работу, так как гражданин имел определенный опыт вождения. С 1 октября было решено допускать родителей на заседание призывной комиссии, где ребятам будут выноситься определенные решения. С родителями будут организованы встречи, беседы, где будут освещаться вопросы предстоящего призыва, отправки в ряды вооруженных сил наших ребят. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». На минувших выходных в Стерлитамаке завершилось открытое первенство Башкортостана по футболу. Кумертауский клуб провел гостевую встречу с футболистами из Стерлитамака. За игрой наблюдал Константин Меркушев, он и раскроет подробности. На минувших выходных на стадионе «Садовик» прошла ответная встреча. В гости к Стерлитамаку приехал футбольный клуб «Кумертау». После домашней победы 1-0 у нашего клуба настроение было боевое. Ведь от победы отделяло всего пару часов.
Преимуществом нашей команды был лишь результат. А на стороне хозяев домашнее поле и активные фанаты футбольного клуба «Стерлитамак». Барабаны, шарфы, танцы, кричалки – вот она, настоящая поддержка команды. Утро красит ярким светом наши берега Стерли. Насыпаются с рассветом стерлитамакские правки. Могуче и лучше, никем не победимая, страна моя, земля моя, ты самая любимая. Могуче и лучше, никем не победимая, страна моя, земля моя, ты самая любимая. Теперь непосредственно к игре. Хозяева с первых минут стали наседать на ворота «Азамата». В течение первой половины тайма кумертаусцы только отбивались. И на 15-й минуте футбольный клуб «Стерлитамак» открывает счет в матче. Прострел с правого фланга, и крайний полузащитник делает счет 1-0. Стоит отметить, на повторе видно, как гости забивают гол из офсайда. Вдобавок мяч полностью не пересек линию ворот. Но судейская бригада первой категории столицы Башкортостана не меняет своего решения. Хозяева повели в счете. После забитого мяча гости активизировались и имели шансы для взятия ворот. К сожалению, на перерыв команды ушли с одним забитым мячом. Второй тайм начался вновь с атак футбольного клуба «Кумертау». Везение было явно не на стороне наших ребят. К тому подтверждение – второй гол в наши ворота. Через несколько минут еще и травма защитника нашей команды Дмитрия Болянова. И тут третий мяч забивает футбольный клуб «Стерлитамак». К концу встречи наши ребята отыгрывают один мяч. За фол в своей штрафной 11-метровый удар назначается в ворота хозяев. К мячу подходит Андрей Пиксаев и уверенно переигрывает вратаря. Завершается матч со счетом 3-1 в пользу «Стерлитамака». Команда готовится к пробитию послематчевых пенальти. И здесь удача отвернулась от нашей команды. Со счетом 5-4 и победителями открытого первенства Башкортостана по футболу становится футбольный клуб «Стерлитамак». Футбольный клуб «Кумертау» становится вице-чемпионом республики. Это для нашего города большое достижение именно в этом виде спорта. В принципе, ну, осадок небольшой остался, а так все хорошо. Все большие молодцы, отборолись, отбодались, все с травмами. Ну, хотелось пожелать, конечно, дальнейшего развития, чтобы на наше место уже пришла местная молодежь, которая все-таки в городе должен развиваться спорт. Так все хорошо, спасибо соперникам. Молодые, хорошие ребята и парни, подкрепленные все-таки вратарем, чемпионом СССР по молодежи последним, кстати. Ну и тренером Феофановым, который отыграл. Отыграл он и в Соде, и в Горняке, в Учелах. Как бы. Ну, у нас такая нормальная своя команда. Все с детства вылезли, все занимались. Все молодцы, спасибо всем. Ну, конечно, рады все мы. Готовились хорошо. Целую неделю сидели на пенальти, потому что знали то, что победа в основное время нам ничего не дает. Конечно, ехали туда, в Кумертау, ждали большего и хотели вести очки, но не получилось. Поэтому сегодня у нас были шансы 50-50. И вот после матчевой пенальти все решили. После финального свистка состоялось награждение. Командам были вручены дипломы, медали и кубки. Коллектив телекомпании желает нашему футбольному клубу дальнейших побед и успехов. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.